Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Карадима Татьяна, я художник и член жюри международного конкурса Golden Time. Поздравляю всех участников конкурса, работы были великолепные, и также организаторов конкурса Golden Time с этой возможностью, которую они предоставляют всем принимать участие в конкурсе. Хочу также обратиться ко всем участникам конкурса, а не только, с пожеланием мира, благополучия, так как ситуация во всем мире очень сложная, особенно на Украине. Желаю всем терпения и дай Бог, чтобы вскоре мы все опять оказались в ситуации нормальной жизни. Хочу сказать, что работ на этот раз было достаточно много. И я с удовольствием ознакомилась со всеми работами, понимая ситуацию, и была рада видеть творчество, видеть талант, видеть мастерство, использование различных техник. Хочу отметить имена участников, работы которых я оценила максимально, то есть в 9 и 10 баллов. Мусатов Кевин – 9 баллов. Тамилин Намели, Амелия – 9 баллов, натюрморт. Владислав Насенко, Дарина Захалка – 9 баллов. Авитал Гаринштейн – 9 баллов. Иванна Китлярук, 9 баллов. Три работы этой участницы мною были оценены в 9 баллов. Александра Холовченко, 9 баллов. Ву Итинг, портрет, 10 баллов, уникальная работа. Шуян Хун, 10 баллов. Лина Шендер, 9 баллов. Наталья Донская, Надя Коваленко, 9 баллов. Виктория Танканик, 9 баллов. Две работы. Анна Иванова, Анна Самойленко, 9 баллов. Алена Кулич, зима. Интересная, очень интересная техника, 9 баллов. Радика Марари, 9 баллов. Виктор Саратов, две работы, которые я оценила в 10 баллов. Пейзаж, замечательные работы. Ирина Саноцкая, три работы, в 9 баллов мною оценены. Наталья Фредрих, 10 баллов. Елена Максимук, 10 баллов. Валерий Василенко, 10 баллов. Аудрониус Вайдалаускас, 9 баллов. Ольга Матвеюк, три работы, 9 баллов. Кстати, работы участника Аудрониус Вайдалаускас, извините, если я неправильно говорю ваши, называю ваши имена, очень много работ было на конкурсе, все работы я оценила в 9 баллов. Это и портреты, и автопортреты, и композиции, и пейзажи. Очень интересное и достойное внимания. Следующий участник Вахарсолт Балатханов, 9 баллов. И Алина Мичевикиус, 9 баллов. Абстрактная работа. Такие результаты, на мой взгляд, эти работы достойны внимания. И все работы достойны внимания. Хочу пожелать всем творческих успехов, мира над головой, это самое главное, здоровье. Творите, дарите людям эту красоту, свое искусство, свой талант. И стоит сказать, что искусство – это умение создавать из несовершенного совершенное. Я сочла все работы уникальными. Молодцы, творите, дарите миру красоту. До скорых встреч и привет из солнечной Греции. До свидания.